Всем привет! Я Александр Бардин, тот самый кудрявый мордвин из группы Садко. И это мое обращение, ну не то чтобы срочное, но тем не менее обращение ко всем тем, кто очень не хочет терять наше с вами общение. В интернете, конечно, очень много всякой разной информации ходит по поводу того, что и Инстаграм собираются закрывать, и Ютуб собираются закрывать. Конечно, я всей душой надеюсь и верю, что этого не случится, но кто его знает. Монетизацию вот уже отключили, и также закрыть его могут. И бог с ним, с Ютубом. Самое грустное, если потеряется общение с аудиторией, которая у меня набиралась много-много лет. Люди, которые слушают песни и радуются, смотрят за нами, следят за нашим творчеством, следят за нашими гастролями, за нашими какими-то событиями из нашей жизни концертной, из нашей жизни личной, и радуются, переживают. И, конечно, очень хочется это все сохранить, наше с вами общение. И именно поэтому я записываю это видео. Видео, под которым я оставлю все необходимые ссылки на, так сказать, альтернативные площадки, на альтернативные социальные сети. Это, конечно же, Яндекс.Дзен, это Рутуб, это ВКонтакте, это телеграм-канал, новостной телеграм-канал группы Садко, где мы будем выкладывать новости. Прямые трансляции еще пока мне нигде, кроме как ВКонтакте, недоступны. Кстати, на Яндекс.Дзене у меня уже почти 1000 подписчиков, а это значит, что уже совсем скоро мне разрешат делать прямые трансляции на Яндексе. Ну и я думаю, благодаря вам, вашей активности, если вы будете сейчас подписываться на Рутуб, и там мы наберем 5000 просмотров, и тогда там мне тоже разрешат делать прямую трансляцию. Ну а потом мы с вами будем уже по ходу дела смотреть, где нам с вами лучше, где нам с вами удобнее общаться. В общем, товарищи, ни в коем случае не унывайте, ищите ссылки под видео, нажимайте, подписывайтесь, пишите самые ваши добрые комментарии. В общем, делайте то, что вы очень хорошо умеете, то, от чего жизнь моя, жизнь группы Садко и вообще жизнь вокруг нас, а значит и ваша тоже, становится лучше, добрее, светлее, конечно же, благодаря вам. Спасибо вам за это огромное. Я верю в вас, я верю в себя и верю в то, что все у нас будет хорошо. А ты, гармошечка, играй, ай, мое сердце, не страдай. Я закрою уши и не стану слушать переборы нежные, ай, слова сердечные. Для кого они звучат, для которой издевчат?